Здравствуйте, с вами программа «Попутчик», вы смотрите канал «Автоплюс», меня зовут Андрей Леонтьев, и сегодняшний гость в студии Владимир Дукельский, человек, которого, наверное, вы уже знаете и помните, а для тех, кто его не знает, еще, естественно, поэтому не помнит, расскажу, что Владимир, один из таких мастодонтов, монстров нашего автомобильного бизнеса, человек, который развивал автомобильный бизнес не для одной и не для двух компаний, создавал дилерские сети успешно. И сейчас Владимир является независимым консультантом. И таким образом, фактически, это фильм «Килби», который сначала работал, создавал агентурную сеть, а потом пришел к нам сюда, чтобы это все сдать. Вот. Приветствую, Владимир. Спасибо, добрый день. Да. Значит, естественно, мы находимся в прямом эфире, поэтому звоните нам. Мы обсуждаем проблемы автосервиса, проблемы обслуживания автомобиля. Вот в основном весь наш разговор крутится на эту тему. И сегодня мы будем говорить о том, какому сервису можно доверять, какому нельзя, по каким критериям нужно проводить вот этот вот естественный отбор сервиса для себя любимого. И о том, какие там существуют подводные камни. Например, вот тема нормы часа сегодня будет нами затронута. Тема, которая наверняка волнует многих из вас. Телефон нашей студии... прямого эфира, телефон на ваших экранах, и мы хотим, чтобы вы сами ответили на наш вопрос, в том числе, естественно, ваши вопросы приветствуются, но и наш вопрос будет к вам обращен. Для вас автосервис — это все-таки друзья или враги? Когда вы приезжаете на сервис, вы приезжаете к друзьям или вы попадаете в плен? Вот как вы себя внутри ощущаете? Ждем ваших ответов на этот вопрос. Ну, а мы начинаем традиционно, как всегда, с реальной ситуации. Значит, вот от наших зрителей некий интерактив, да, с нами. Вот, значит, история человека, история нашего зрителя Андрея. Значит, у человека автомобиль Volvo S60. Возникла проблема с рулевым управлением. Стал тяжело вращаться руль. Первая мысль – жидкость гидроусилителя, жидкость в норме. И дальше начинаются скитания человека по официальным дилерским станциям и неофициальным сервисам. Значит, в одном сервисе ему говорят, что у вас... вот есть некий бачок, в который наливается жидкость, а там какой-то вот патрубок внутри бачка, и он отломался. Замена бачка. Его нужно ждать там полтора месяца условно, здесь он мне говорит, долго ждать. Второй сервис. Говорит, ребята, простите, у вас накрылась рулевая рейка. Менять все дело полностью, в сборе, и ремонт оценили 2780 условных единиц, которые у нас почему-то там, ну, тенге назовем их, потому что они колеблются между долларом и евро. Вот, значит, вот эти почти 3000 тенге человеку объявили за ремонт. Он поехал еще в один сервис, в официальный сервис, и там ему поменяли предохранитель. И все заработало. Оказалось, что вот управление с переменным усилием, да, которое вот на скорости, да, руль становится, вот этот предохранитель вылетел, и все. Значит, что было бы с человеком, если он сказал, ну, ребят, ну да, ну рейка накрылась, давайте $3000. Они хотели действительно поменять рейку или они хотели за $3000 человек поменять предохранитель? Андрей, ну давайте, наверное, поймем так следующий вопрос. Первое. Судя по тому, что речь идет о деньгах, значит, это не гарантийная машина, вероятно, была уже. То есть машина была вне гарантии. Да, машине вот ровно исполнилось 2 года. Вот он пишет, да, что 2 года, вот буквально сразу после окончания гарантийного срока. Ну, Volvo 2 года дает. Ну, первым делом, так сказать, в любом случае, так сказать, человек, когда он делает работу, он вправе, и это нормальная ситуация, потребует запасные части, так сказать, обратно. И, возможно, ему действительно заменили эту рейку, но поймите, так сказать, вот прибыльность дилерского предприятия зависит от проданных запчастей и от работы. Замена предохранителя, работа даже при самых там сложных автомобилях, ну, это буквально, так сказать, вот занимает 20-30-40 минут, не более того. Вот. Замена рейки — это длительное время, которое так или иначе по нормочасам или по прескуранту, без разницы, она все равно занимает достаточно длительное время. Плюс, естественно, есть прибыльность продажи этой рейки, и, соответственно, все замечательно хотели бы на этом заработать. Поэтому даже если бы ему заменили действительно и поставили новую рейку, во-первых, не факт, что заработал бы рулевой механизм так, как он должен работать, то есть дефект мог бы и остаться. Ну, если сгоревший предохранитель, естественно, да. Абсолютно точно в финале. И такие опыты и проводились достаточно, так сказать. Вот делались такие как бы мистери-шоппинг, то бишь делали дефект, а потом ездили по дилерам и по станциям и решали эти вопросы. Контрольная закупка, выражаясь определенными языками. Терминологии соответствующих органов. Абсолютно. Да. Возвращаясь к нашему разговору, тем не менее. Могли поменять рейку, абсолютно. И человек бы заплатил деньги, в финале бы там получил бы, так сказать, не решение своей проблемы, а вот решение того, что есть. Такие случаи действительно бывают. Поэтому, конечно, вот не хотелось бы обижать неофициальные предприятия,
Но когда речь идет о людях, которые профессионально занимаются автомобилем, как правило, они знают, если существуют сервисные бюллетени, существуют какие-то еще нюансы. У них больше опыта с этой машиной, с этой маркой, потому что в гарантийный период какие-то дефекты выплывают. И, соответственно, они, как правило, лучше знают, как решать такие вопросы. Володь, дело в том, что вот это предложение поменять рулевую рейку поступило на официальной дилерской станции. А заменили предохранитель на другой официальной дилерской станции, другого дилера. А неофициалы, так сказать, они вот бачок меняйте. Вот, понимаешь, да, то есть здесь вот как человеку, вот какие ты мог бы дать рекомендации, вот первичные, да, по выбору сервисной станции или выбору там технологии обслуживания своего автомобиля? Я имею в виду, если автомобиль вот пока он новый на гарантии, там все понятно, когда гарантия заканчивается. Есть какие-то вот, какие-то рецепты, вот человеку, да? Ну, как ни странно, существует, во-первых, наш голос изо рта в рот. То бишь, mm-hmm. люди существуют, и владельцы тех же Volvo, наверное, покупают mm-hmm. автомобиль не просто, потому что вот только вот мне понравилась машина. Так mm-hmm. Такие машины есть у друзей, есть опыт эксплуатации. Да? Mm-hmm. Соответственно, да, я понимаю, если в регионе это одна станция, но там еще лучше люди знают ситуацию. То есть, mm-hmm. насколько они хорошо, либо нехорошо работают. Есть запчасти, нет запасных частей. Квалифицированные люди, неквалифицированные. Существуют ли те вот болезни, которые, прошу прощения, может быть, называются разводки, как у нас говорят, uh-huh. так сказать, клиента. Потому что все тайное очень быстро становится явным. Точно так же, там, я думаю, что даже в той же Москве, огромной нашей, где существует много станций, есть определенное понимание. Есть интернеты, есть чаты, есть общение, так, есть форумы. Можно понять, где есть профессиональная работа. Плюс работы с официальным дилером. Это станция, которая не исчезнет. Это станция, которая ведет дела официально. Если возникают какие-то сложности, то можно решать проблемы вплоть до судебного порядка. Ну и архив по машинам какой-то ведется. Безусловно. И в конце концов есть еще третья сторона, к которой можно апеллировать. Это представительство. Угу. Ну, значит, посмотрим, вот у нас есть видео, да, вот обслуживание машин на фирменной станции, да, положительный пример, как бы, да, смотрим, в данном случае речь идет об автомобиле Peugeot, ну, неважно, да, вот объясни, пожалуйста, что должны, пока у нас картинка идет, вот какова идеальная ситуация, вот вы приехали на сервис, да, вы приехали с какой-то проблемой, что должно произойти в первую очередь? Вне зависимости от того, с какой проблемой мы приехали, я всегда mm-hmm. рекомендую дилеру сделать полную, так сказать, как бы инвентаризацию того, что происходит с автомобилем. Mm-hmm. То есть поставить машину на участок интерактивной приемки. Если есть станция диагностики, так сказать, вот так называемая типа Маха и аналогичная, так сказать, mm-hmm. поставить ее на этот стенд, то есть проверить все, что можно. Потому что есть дефекты, которые невидимы ни вам, как владельцу, соответственно, ни людям, которые на сервисной станции работают. Если у вас там отклонение, там углов, например, как управляемых колес или там задних колес сейчас, mm-hmm. то это никто не видит, более того, вы этого не ощущаете. Но это приведет к тому, что машина ведет себя неадекватно. Износ шин, да, и да. все из последствий. Вот. И более того, так сказать, просто-напросто, если вы делаете эту работу на стенде, вы видите, и это объективно. Это видит и мастер-приемщик, это видите и вы, потому что электронику очень сложно обмануть. Угу. Вот. Соответственно, вы видите, что вам предлагают, и это уже ваше решение, так сказать, менять эту деталь, либо выполнять эту операцию или нет. Но это объективно. Потому что, помимо всего прочего, сегодня в эпоху очередей, вот, сама процедура приезда на станцию – это вещь достаточно болезненная. И пробки, и время ожидания, и многие угу. другие вещи. Поэтому, если я уже приехал на эту станцию, то я бы хотел бы максимально вычистить свой автомобиль от всех дефектов, которые там есть. Поэтому первым делом нормальная станция должна полностью сделать дефектовку автомобиля. И предложить вам, а вы вправе согласиться или не согласиться, угу. так сказать, на выполнение тех или иных работ. То есть угу. вот это первая вещь, которая есть. После этого в нормальной станции составляется предварительный ряд заказа или согласование тех работ запасных частей, которые должны быть сделаны. Опять же, когда это сделано на предварительном этапе, клиент максимально убедился, что это нужно, и клиенту легче принять решение, потому что он видит, что его-то, опять же, не разводка, а вот ремаль ему показали, mm-hmm. что произошло с автомобилем. Вот после этого, соответственно, он получает вот этот лист, где есть список работ, список запасных частей и, самое главное, стоимость этих операций. Согласование произошло, вот первый этап, который должен быть сделан. Далее, в рабочем процессе, когда машина ремонтируется, возможно, что вскроется что-то еще. Но в любом случае станция обязана связаться с вами, состыковаться и проинформировать вас об этом.
Потому что никакие неавторизированные работы, если это не где-то записано, и вы с этим не согласились, потому что надо внимательно читать, что написано об этом на редзаказе. Потому что если там написано, а вы подписали, что любые другие работы, то я авторизирую их делать, они будут их делать. Угу. И потом выставят вот такой счет. Могут. Да. Могут. Угу. Опять же, все зависит от того, угу. насколько там люди понимают, насколько они угу. порядочные и так далее. Угу. Первым делом, принципиально, так сказать, вот нормальная станция согласует все эти работы с вами. Угу. Далее... Когда вы приедете забирать свою машину, они сделают, должны сделать процедуру, я бы сказал так, продажи на ряд заказа. То бишь они вам должны объяснить все те работы, запасные части, все затраты, которые были сделаны, что было сделано с вашим автомобилем. И объяснить вам, почему вот такая сумма получилась в конце вашего на ряд заказа, который вы должны будете оплатить в кассу. То есть как бы мотивировать еще раз свою прибавочность. При этом они обязаны вам предоставить все те запасные части, которые сняли с автомобиля, за исключением тех случаев, когда это детали, которые заменили по гарантии. Угу. Детали, которые заменили по гарантии, это стоимость, которая принадлежит производителю машины или дилеру, если это гарантия угу. дилера. Угу. Все остальные детали – это ваши. Я понял, Володь. Значит, вот неоднократно приходилось, естественно, тебе тоже бывать в Европе, в Штатах, да, на фирменных сервисных станциях. И вот я, ну, там один из последних примеров, мы были вот на Мини, да, у Джона Купера, да, это официальный дилерский центр Мини, да. И вот сейчас нам дадут картинку эту. Вот я видел людей, клиентов, да, они приезжали как домой, они приезжали как друзьям, они приезжали в клуб по интересам. Абсолютно да? точно. Вот, кстати, вот, если я так правильно понимаю, это как раз участок интерактивной приемки машины, да, если да. я правильно понимаю. То есть вот. Вот то, что сделано для того, чтобы понять в реальности, что происходит с автомобилем, и, в свою очередь, показать клиенту так, действительно, так сказать, эту картину. Убедить его в том, что, да, действительно, вот эти работы не просто фантазия механика, а реальная необходимость для проведения работ. Да. Вот, значит, люди, повторюсь, да, их там шампанским не встречают, но они все равно... Вот, приезжают туда, у них в глазах вот некие, так сказать, ощущения того, что они попадают в очень дружественную, уютную обстановку, и по ним видно, что им приятно проводить там время, общаться с этими людьми, с механиками, с приемщиками, да? Почему же у нас ощущение постоянно, когда мы приезжаем на сервис, что даже если, как ты говоришь, нам отдали вот эти снятые детали? Вот у меня жене, да, отдают вот блок и говорят, вы знаете, вот, мадам, у вас вот это вот, вот поменяли вот. Она знает, от ее машины это или нет. Она знает, сломано это или нет. Но ей отдали какой-то, говорит, слушай, там вот в багажнике им какую-то пластмасску отдали, там блок какой-то, и все. Андрей, объяснение очень простое, как ни странно. Вот с моей точки зрения, можно так сказать, любить или не любить там, Карла Маркса и Фридриха Энгельса, но базу, базис, основу экономики, конкуренцию никто не отменял. Ситуация, которая, в первую очередь, мы с вами, так сказать, живем, сэр, в Москве, где, к сожалению, пока конкуренции реальной в автосервисах нет. Потому что, к сожалению, это рынок, в первую очередь, как ни странно, не покупателя, а рынок продавца сегодня. И поэтому вас много, а я одна, помните советский девиз продавца? Он, к сожалению, существует. Поэтому есть станции, которые, несмотря на загруз, ухитряются там делать хорошую работу, и там, будем так говорить, заботиться о клиентах. Ну, я буквально просто не буду называть станцию, так сказать, вот, на которой я ездил. Реально, несмотря на все очереди, мне нашли, так сказать, место туда, и, соответственно, мне даже извинились, что мы не смогли вашу машину сделать вчера. Вот. Но это далеко не система. К сожалению, так сказать, пока, когда есть вот такая вот ситуация, которая есть сегодня на рынке, в Москве в первую очередь, так сказать, она очень больная, и до тех пор, пока производители не создадут достаточное количество сервисных, там, дилерских мощностей, и в продажах ведь такая же ситуация, сервис отсутствует такой, ну, да, таковой. Да, да. Вот. До тех пор, пока не появится здоровая конкуренция, не каннибализм, а здоровая конкуренция, ну, к сожалению, вот будет так, как оно есть сегодня. Те, кто поймут это среди производителей, будут очень бенефицировать в этом плане, потому что их бренд будет более удачный. Я уже видел примеры, когда люди не покупают очень хороший бренд, потому что я не хочу быть заложником сервиса, да? Заложником сервиса, заложником там, тех так называемых дилеров, которые совершенно не имеют конкуренции, которые хамы, которые там не знают, что такое клиенты, не хотят знать, которые там, грубо говоря, живут еще в тем времени, так, в том времени советском, простите. Ну, вот об этом мы сегодня в советском времени поговорим, потому что ведь часть сервисов, она отпочковалась как бы от старой системы там, до сих пор же система там автоваз техобслуживания, сколько она была, столько она и есть.
Да, это вот, кстати, мой стереотип, который мыслит, так сказать, иностранными марками. Андрюш, абсолютно прав, потому что есть еще газ автотехобслуживания, УАЗ там автотехобслуживания и все вот остальные бренды. Люди же ездят на этом же тоже, да, не будем забывать, да. Ну, к этой теме вернемся. Я хочу напомнить нашим зрителям, что мы находимся в прямом эфире, мы говорим сегодня о сервисах, о том, как выбирать сервис. Владимир Дукельский, независимый эксперт, консультант, наш постоянный... Наш консультант постоянный, да, и ваш тоже. Сегодня у нас в прямом эфире, поэтому звоните, задавайте ваши вопросы, касаемые обслуживания вашего автомобиля. А мы, в свою очередь, спрашиваем вас, автосервис для вас – это больше друг или больше враг? Переходим к следующему моменту. Значит, мы, Володь, поняли, объяснили людям примерно, да, как вот первые шаги по выбору сервиса. Дальше. Вот человек приезжает, и он видит некие цены, некие расценки, которые висят на стенах. Там уголок потребителя. Там, да? Там закон о защите прав потребителя, лицензия. Нет, ну как, она должна. Ну, закон просто такой есть, да, у нас. Значит, все. И вот там нормы час у нас для автомобилей там, до 2003 года 55 УЕ, для автомобилей там, после 2003 года там, 65 УЕ. И чего? И что я с этими тенге, повторюсь, буду делать? А сколько стоит в УЕ и в нормы часах, например, замена тормозных колодок? Вот каким образом вот это оценить? Вот это очень правильный вопрос, конечно. Вот хотел бы тоже по поводу этого поговорить. Вообще, что есть норма час принципиально? Все очень любят там бросаться этими цифрами. А вот какой там норма час, а вот какой здесь норма час? Я бы хотел обратить ваше внимание вот на что. Норма час изначально – это величина, которая в первую очередь нужна для того, чтобы регламентировать отношения производителя автомобилей и дилеров. То есть клиенту это... По большому счету, это интересно. Первая часть, так сказать. Вторая – это величина для того, чтобы показать дилеру, каким образом, так сказать, вот оплачивать труд своих сотрудников, там, каким-то образом строить отношения внутри предприятия. Но, Андрей, мы обсуждали эту тему. Когда я покупаю булку или радиоприемник, или кондиционер, или все что угодно в любом магазине, меня абсолютно не волнует, сколько норму часов было потрачено на это изделие. Меня волнует, сколько это стоит и что я получу взамен. Вот первая, так сказать, очередь, которая есть. И точно так же должен подходить к этому вопросу любой владелец автомобиля, который приехал на автосервис. Потому что первичные вещи все существуют. Ценовой прескурант в первую очередь на наиболее распространенные работы. То есть на замену колодок, фильтров, техническое обслуживание, замена масла. Наиболее распространенные работы, которые... в стандарте выполняются дилерским предприятием, особенности в период гарантии. То есть это быстрая операция, если можно так выразиться. Вот это вещи, которые влияют, так называемые, на эксплуатацию автомобиля в прямом варианте. Потому что, по большому счету, есть гарантия, есть вот этот ценовой прескурант, который описывает работы стандартного технического обслуживания, потому что все остальное подвергается гарантии. Если, не дай бог, так сказать, какой-то кузовной ремонт, то нормальные люди страхуют машину, и это, соответственно, покрывается, так сказать, страховой компанией. Вы знаете свой расход бензина, знаете, сколько вы ездите шины, знаете, сколько стоит омерзительная жидкость, которая заливается в бачки. Вот. Итого вы знаете, сколько стоит ваш автомобиль в реальности, в эксплуатации. И это, так, по идее, нормальный человек, когда он покупает машину, он должен тоже посчитать. Потому что можно купить очень недорогую машину, так, вот, а потом попасть в нее белые просто, пушистые лапы сервисной станции. Да. Многие производители строят свои... отношения таким образом. Я предлагаю вам очень, так сказать, красивую, дешевую машину, но я отыграюсь на вас потом, когда будет пятилетняя гарантия, так называемая, но которая каждые 10 тысяч километров будет любезен, покажи здесь. И эта тема достаточно сложная. Поэтому, когда мы говорим о ценовых прескурантах, в хороших дилерских предприятиях в первую очередь висит прескурант на вот те вещи, о которых мы говорим, то есть на быстрые услуги. Раз. Далее, когда вы делаете те или иные работы, вы можете заранее спросить, сколько это будет стоить. Не вопрос, вот тут не вопрос, пожалуйста, я на своем примере могу сказать, приходишь, тебе говорят, да, вот примерно там, условно, там, не знаю, там 550 УЕ, вот в рублях там, да, вот вы заплатите столько-то, а потом ты возвращаешься, тебе говорят, слушай, ты знаешь, там вот, блин, гайка вот эта вот там какая-то, Андрей, вот, а смотри не пункт... отворачивалась там, да. А смотри и... пункт номер один. Вот опять же, это уже закон и отношения. Вот должен быть документ. Потому что, по большому счету, единственное, что как бы положительно в прескуранте цен или норма часах, это без разницы, но прескурант первичен, да? Ребята, вы знаете, мне абсолютно все равно, сколько норма, не норма, там, часов, годов, суток, месяцев вам потратилось отвернуть эту гайку. У нас с вами есть юридические отношения, у меня с вами есть договор, которым является мой предварительный наряд заказа, где есть моя подпись и ваша.
Там стоит, что вы для этой работы взяли 550 УЕ. Если вы хотите внести изменения в этот договор, вы должны со мной их согласовать, хотя бы по телефону. Поэтому хорошо. Все остальное, это, кстати, это вопрос очень я такой... Я тебя понял. Но знаешь, все равно, вот эти ситуации, эти моменты, да, вот боязнь, вот я прошу прощения за вульгаризм, попасть на деньги, обращаясь в сервис, да, приводит людей в частные гаражи. Вот ты помнишь, знаешь, такой частный гараж, наверняка, да, вот сейчас нам напомнят, для тех, кто забыл, нам сейчас покажут картинку, но у нас есть, вот, что из себя представляет частный гараж. И несмотря на весь ужас, который там творится, имею в виду, там, не знаю, антисанитарию, там, нехватку инструмента нормального и все, для обслуживания простых автомобилей, не требующих каких-то, да, диагностического оборудования там и все, у нас же большинство людей именно этот путь выбирает. Потому что можно всегда с этим дядей договориться и сказать: дядя, сколько ты возьмешь? Он скажет: 300 рублей и бутылку пива. Все. И человек спокоен. Он отложил, значит, с зарплаты 300 рублей, и он к этому дяде едет, говорит: дядь, на тебе 300 рублей, как мы договаривались, да, чини. Андрей, я абсолютно согласен, вопросов нет. Просто давайте, так сказать, по порядку пройдем в этом плане. Ведь первое, да, действительно, так сказать, когда вам нужно поменять масло и фильтр, да, дядя зачастую, так сказать, не платит аренды, дядя зачастую не платит налогов, ну, как правило, да, там никаких по определению. Поэтому его себестоимость, она, естественно, ниже зачастую, да, то есть и требования. Он не развивается, он, так сказать, ничего не делает, понятно, абсолютно согласен. Дальше, когда он говорит, что я вот там вам заменю масло и фильтр, да, ты мне привези свое масло там конкретное, там, понятно, что ты привезешь, так сказать, ты привези свой фильтр, а вот работа стоит столько. Согласен. Потому что мы очень часто путаем, и даже дилеры иногда путают эту тему. Человек, который делает вам работу в гараже, очень часто делает: тебе нужно поменять масло и фильтр. Окей, это будет стоить 300 рублей. И я сделаю тебе эту работу, а да я. Дилерская станция должна, во всяком случае, если, так сказать, ты приехал на регулярное обслуживание, выполнить целый комплекс работ вот такого огромного размера, там, включая все проверки и так далее, и так далее. Даже на той же Ниве. Хорошо, вот, вот вопрос, так сказать, делают они это или нет, и делает ли это дядя Вася, который делает тебе замену масла и фильтра. Вот в этом вся разница, потому что, когда ты делаешь большой объем работ, это стоит других денег. И вот я всегда, опять же, повторяю, там, дорогие товарищи дилеры, первая вещь, которую вы делаете, чем вы отличаетесь от дяди Васи? У вас есть диагностика, у вас есть данные производителя, у вас есть еще куча других вещей, которым вы отличаетесь. Да, вы зачастую стоите дороже, потому что вы официально ведете бизнес, но вы должны объяснить человеку, в чем его прибавочная стоимость, когда он обращается к вам, в чем разница. Да, у вас есть вот эта диагностика. В этом, вот есть. В этом и дело, да, но вот, это же никто не объясняет. Андрюш, смотри пункт номер один. Жизнь составит. Помните, как говорится, никогда воробьянинам не протягивай руки. Да, протяните ноги старый дуралей. Да, совершенно верно. Придет время. Оно придет там не сегодня, там придет завтра. До смешного, я еще раз повторяю, вот разница между Москвой и многими регионами состоит в том, что там как раз наоборот. Их сервисные возможности, сервисный потенциал, так сказать, он превышает то, что есть в регионе. Потому что начались продажи новых относительно автомобилей относительно недавно, когда начался бум этот, да? И тот парк автомобилей, который там есть, он существенно не добирает до тех объемов, которые нужно, чтобы загрузить вот эту станцию. И вот там эта тема, так сказать, она уже более актуальна. Другой вопрос, понимают там люди это нет. Вот, собственно говоря, я пытаюсь дилерам объяснить это, обучить их, как это сделать. Каким образом сделать так, чтобы и клиент остался доволен, и вы остались, так сказать, при деньгах. Потому что, по большому счету, человек заботится о своем новом автомобиле. Он хочет... чтобы машина была обслужена. Это его ребенок, это безопасность, это его удовольствие. Особенно, когда на новой машине. Потом это вложенные им же деньги. Де-факто, да. И эта машина имеет перепродажную стоимость. Это абсолютно правильно. Потому что когда машина, повторяю, профессионально и правильно обслуживается на авторизированной станции, то ее остаточная стоимость, она существенно выше. Я повторяю, так сказать, при прочих равных, профессионально это сделано. Потому что, к сожалению, дилетантов тоже хватает. Надо отдать должное, что именно такая ситуация тоже имеет место быть. Поэтому мы говорим об этом. Да, я согласен с тобой, Андрей, конечно. Мы находимся в прямом эфире. Прошу редакторов почаще выводить номера телефонов на экраны. Мы ждем ваших звонков. Мы сегодня говорим об обслуживании, автосервисе. У нас в гостях независимый консультант, эксперт Владимир Дукельский. Задавайте ему ваши вопросы, рассказывайте ему ваши проблемы. Возможно, он сможет как-то прокомментировать это в прямом эфире, помочь вам их решить хотя бы на словах. И мы ждем ваших звонков и ждем ответ на наш вопрос о
в автосервисе вы больше видите врага или друга. Так что звоните нам, мы с вами на связи в прямом эфире. И сейчас мы продолжаем разговор с Владимиром Никельским. Ой, один момент, у меня тут оказывается небольшая проблема. Я не слышу студию. Вот в чем дело. У нас звонок, да, есть? Звонок у нас на связи. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Андрей. Очень приятно. Андрей, расскажите нам, пожалуйста, что происходит у вас? Да вот, хотел вам на вопрос ответить просто-напросто. Автосервис — это ваш или друг или враг? Я так понимаю, что это больше враг при нашем качестве обслуживания. Первый простой пример. Магазин, который торгует автозапчастями, проводил рекламную акцию. Выдают флаер. Пожалуйста, приезжайте к нам. Например, мы делаем развал схождения колес. Хорошо, новое оборудование, я понимаю, новый автосервис открылся. То есть, как бы, они официальные дилеры корейских автомашин, у меня корейская автомашина была. Ну, само собой, конечно, раз люди уже знают и понимают корейских машинах все, я туда приехал, начинаю делать. Выезжаю из автосервиса, кролик стоит криво, машина тянет вправо. Само собой, возвращаюсь и начинаю задавать вопросы. А на каком основании мне сделали такое техобслуживание? Ну, говорит, знаете, у вас, говорит, очень плохая резина. Я говорю, что вы говорите? Вы посмотрите на мою резину. Официального дилера Пирелли куплена. Пирелли Пизиру. Ну да, как, ну, ладно, хорошо. Резина у вас уже хорошая. У вас, говорит, подвеска разбита. Говорю, уважаемый, я слежу за своей машиной, я знаю о ней все. Подвеска у меня не разбита. Я только что проходил полный техосмотр. У моего знакомого. Ну, да. Ну, вот, говорит, у вас вот здесь вот там рычажочек вот этот, он чуть-чуть болтает. Ну, понятно, да, ситуация ясна абсолютно. Понимаете, они просто вытаскивают деньги на дальнейшее обслуживание. Но это речь идет, опять же, повторимся, у официального дилера или нет? Это официального дилера? Официальный дилер. Вот, пожалуйста, официальный дилер. Андрей, я могу сказать об одном. Спасибо вам огромное за звонок. Да, сейчас Володя прокомментирует это. Спасибо Андрею за вопрос. Еще раз повторяю. К сожалению, надо признать, что статус официального дилера, и надо говорить, там, корейские, не корейские машины, хотя вот, к сожалению, там ряд производителей там, из стран восточных, так сказать, вот, пока не уделяет такого внимания, как, может быть, ряд других, так сказать, автомобильных марок. Хотя, еще раз повторяю, от безодной до безной исключения может быть. Еще раз повторяю, до тех пор, пока нет конкуренции. Вот почему вот та ситуация, которую мы видели сегодня с мини-купером, почему она там такая? Да потому что в Англии, так сказать, разоряются дилеры, которые просто-напросто, у них слишком много дилеров и нет бизнеса. То есть уже другая ситуация. Их жизнь заставляет быть лучше. Потому что, опять же, протянешь ноги, если не будешь делать всего. Можно делать. И ведь что получается? Есть классический пример, который я всегда дилерам привожу. Овцу можно стричь очень долго. Шкуру можно содрать один раз. Вот, к сожалению, так сказать, я видел это вот с рядом. Ну, был в Китае, например, когда был в отпуске. Вот видел ощущение, тоже делал такое. Вот, мне хотели сажать шкуру. Причем быстро, один раз. Что будет потом, не знаю. Вот зачастую очень многие сервисы не понимают, что клиент, он генерирует в течение своей жизни до полумиллиона долларов оборота дилерской станции, если он начал с ними работать и работал всю жизнь. Они этого не понимают. Они хотят все и сейчас. Не бывает так. Этот человек, Андрей, который нам звонил, первое, он, скорее всего, больше к ним не приедет. Ну, я уверен просто, что и человек больше первое, не появится. Это раз. Второй момент, который есть. К несчастью для станции этой и для производителя, который авторизирован эту марку, скорее всего, что он больше не купит этот автомобиль больше. Потому что марка ассоциирована с этими жуликами. Да, но, вот он, но хуже-то еще вот что, Володь, что он расскажет об этой ситуации своим друзьям, и друзья тоже больше не поедут на свои дилерские станции других марок. Потому что уже недоверие к официальному дилеру, да, оно вот одним таким примером, оно как паршивой овцой, закладывается в сознание человека. Именно так. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Здравствуйте, Александр, меня зовут, я из Владимирской области. Очень приятно. Тоже был случай, мы по Владимире покупали New Chevrolet в 2005 году. Вот, и все, встали в этом автоцентре на обслуживание. У них большой автосалон в Владимире. Вот, не буду называть какой. Вот, мы стояли, у нас на обслуживании гарантийная машина была. И как-то раз просто, ну, поехал заменить масло, ТО пройти, там масло поменять, все вот. Как там должно сделать свой ПТО. А у меня перед этим начало из подголовки пробивать масло.
вот прокладки. Вот. Я приехал и ничего про это не стал говорить, потому что знаю, что ребята там, у них очень много, это большой сервис, что должны разбираться в этих всех своих проблемах, знать свою работу, точнее сказать. И когда мне заменили типа масло, там все сделали, я машину выгнал, а уже было на улице темно, я уехал домой. А от Владимира я живу 120 километров. Так. И на следующее утро я решил посмотреть. Поднимаю капот, как вот масло выбивал из-под прокладки, так выбивал. Вытаскиваю щуп масла проверить. У меня на сантиметр больше уровня масла залито. И масло как было темное, так и осталось. Я поехал назад в сервис, ну, дня через два, потому что работа туда-сюда. Вот, через два дня приезжаю в сервис, вызываю мастера. Мастер говорит, не может быть такое. Я говорю, как не может быть? Ну, вот сами смотрите. А перед этим я слил масло, чтобы, не дай бог, по дороге вообще не выбило там прокладку. Вообще там двигатель не спороть. Вот, приезжает туда, мастер вышел, посмотрел. Ну, может быть, говорит, у нас масло Кастрол в бочке 200 литров. Может быть, такое масло пришло с завода. Я говорю, ну, что вы мне, говорю, лапшу на уши вешаете? Я говорю, не первый год на машинах езжу. Вот. Ладно, выходит тот работник, который менял масло. Он все понимает, говорит, а у вас все нормально. Я говорю, правильно, я говорю, слил лишнее масло. А как вы, говорит, это сделали? Я говорю, пробочку снизу отвернул, как я это сделал. И говорит, как вот масло бил под прокладки, так, говорю, и бьет. Понятно. Они ее загонялись на подъемник, посмотрели, да, действительно, мы вам заменим прокладку, все сделаем. Загоняет, вечером забираю машину, все, они действительно прокладку заменили, но масло как было черное, так и осталось. Они даже не стали его менять. Это официальные дилеры, они торгуют и вазом, и газом, там всем остальным. Понятно. Сейчас мы, кстати, об официальных дилерах ВАЗа и ВАЗа поговорим, и газа, и о советской системе техобслуживания. Понятно, спасибо вам огромное за ситуацию. Вот, спасибо. Володь, прокомментируй, пожалуйста. Ну, меняли чеку масла вообще с твоей точки зрения или нет? Ну, я бы честно хотел сказать, тут по части там цвета масла и так далее, конечно, так сказать, вот как правило, масло там чистое, свежее, его, ну, да, всегда, да, видно. Ну, я... Фамилия не рентген, поэтому очень трудно. Да, теоретически, да, если хорошее масло, оно могло помыть двигатель там и опять стать черным. Но, скорее всего, что, наверное, есть вопросы по этому поводу. Есть один момент, который тоже я хотел бы обратить внимание владельцу. Никто не имеет права запретить вам находиться возле вашего автомобиля, когда вы делаете... важно, да. Вы же можете наблюдать, что с ним происходит. Да, никто вам не может запретить этого сделать. Другой вопрос, когда у вас действительно там полмашины надо разобрать и поменять... Ну, нету времени у людей. Зачастую раскладушку это... принести рядом, да, поставить. Да, там, да, сало порезать, там, да, чайник и так далее. Но если это короткая работа, у вас есть сомнения определенные, вам никто не имеет права этого запретить. То есть у вас должна быть возможность хотя бы видеть свой автомобиль. Через стекло хотя бы, да? Как угодно, да. Ну, вплоть до того, что находиться рядом там, как таковой. Там, если у вас есть, так сказать, недоверие к этому. Кроме этого, вам действительно должны были отдать все ваши детали, которые были. Ну, если вы... не уверены в станции, конечно, лучше всего все те симптомы, которые у вас есть в автомобиле, перечислить, чтобы они были записаны. И нормальные дилерские станции, или даже нормальные неофициальные станции, они это должны занести в ваши пожелания или ваши жалобы. Потому что нормальный дилер там скажет, у меня не заводится машина. При каких условиях она у тебя не заводится? Когда это было? Потому что для того, чтобы... Регулярно, нерегулярно, плавающий лет дефект. Абсолютно точно, чтобы понять это. Поэтому нормальный дилер должен был записать это. Единственное, так сказать, ну, они тоже люди. Я уж так пытаюсь там, в какой-то степени быть более-менее лояльны. Хотя так, я абсолютно согласен с нашим владельцем. Когда ты принимаешь автомобиль, ты должен, соответственно, видеть то, что у тебя происходит. Вот, если ты официальный дилер, а не просто непонятно кто и где на этом свете находишься. Вот. Но как совет первое. Вот. Если, так сказать, вы считаете необходимым, находитесь рядом с своей машиной, никто вам этого не может запретить, первое. Второе, если вы чувствуете что-то не так, обязательно занесите это в документ, который даете дилеру. Это обязательно. Это поможет и вам, и дилеру в том числе, так сказать, вот, и будет тем замечанием. У нас звонок еще один. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ренат. Так. Я звоню из города Сургута. Очень приятно. Мне так же. А вы вот, извините, сразу от нас вопрос. Вы на сервис приезжаете, как в плен попадаете или к друзьям? Как в гости к друзьям? Ну,
честно говоря, как бы я заезжал всего лишь два раза, и, ну, дружеские отношения пока, можно сказать, не ощутил. Но, как бы, вот я делал ТО, значит, в городе Сургуте, как бы там относились к нам более-менее, можно сказать, так называют. Ну, рассказывайте вашу историю. А вот подскажите, пожалуйста, у меня такого характера вопрос. Купил, значит, автомобиль дизельный. И, значит, при выборе автомобиля менеджеры фирмы объяснили мне, что за качество топлива не стоит переживать, так как новое поколение двигателей способствует перевариванию любого вида топлива дизельного так за счет высокой температуры сгорания. Но вот с появлением, значит, зимнего топлива у меня появились проблемы. Появилась, значит, какая-то детонация странная. И вот у меня, значит, такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, вот присадки фирм таких брендов, как Хигир или Кремоли, можете ликвидировать, как говорится, вот эти вот недостатки? А я слышал, что на севере дизели вообще не глушат. Их заводят в октябре и потом, значит, глушат в апреле. Да, а потом, соответственно, все лето чистят сажу, да? Разбирают и чистят сажу, да? Рина, давайте попробуем по порядку идти. Во-первых, современные дизеля как раз очень чувствительны к качеству топлива, поэтому в выборе... Они, кстати, так редко и поставляются под Евро-4 сделанные дизели, да, и иностранцы думают еще очень долго продавать у нас очень в стране дизели автомобили под Евро-4 или нет, да. Значит, поскольку Евро-4, Евро-5 – это то, что сейчас производится, и они очень чувствительны к качеству топлива. Значит, что касается детонации как таковой, ну, действительно, так сказать, двигатель, когда он холодный, в первую очередь, он работает более жестко. И холодный старт — это вообще очень жесткая работа двигателя, как правило, так сказать, действительно тема такая. Далее, когда мы говорим о дизельном топливе, я думаю, что есть технические специалисты, но самая главная, первая часть, которая, так сказать, есть проблема, первая — это, собственно, его парафинизация или не парафинизация, то есть вот свернется оно, грубо говоря, или там станет этой кашей, которой ты вообще не сможешь завести двигатель. И, собственно говоря, так сказать, дальше все остальное уже это химия. Это наличие серы больше-меньше, то есть окисление масла и всего остального. Дальше наличие механических примесей, грязь просто-напросто, которая выводит из строя топливом температуру. Точно так же это качество топлива с точки зрения воды и так далее. Цетановое число, само собой, но я даже сейчас это в меньшей степени трогаю. Вот эти все факторы, они очень важны. Значит, что касается присадок, есть полярные мнения по этому поводу. Понимаете, если топливо, которое вы заливаете, соответствует стандарту, о чем только один бог ведает, то, по идее, ничего не нужно делать, потому что, еще раз повторяю, так, оно должно этому соответствовать. Сбалансированный, некий химический сбалансированный абсолютно продукт. Абсолютно точно, да. Так сказать. Вот. Но вот что происходит в реальности, что мы заливаем, это никто в этом мире не ведает. Потому что сегодня рекламируется и там дизельное топливо Евро-4 и все остальное, и проверяли, якобы оно соответствует. Но вопрос, насколько это вот качество, оно постоянно, то есть его проверили, допустим, конечно, вчера. У нас были, вот, Володь, на твоем месте сидел человек из как раз Российского топливного союза, да, и вот, ну, откровенно люди говорили, да, ребят, ну, вот все зависит от того, в какой даже бочке это везли. Вот элементарно, в какую бочку, в какую вот цистерну это залили. Насколько и что там было чистая, до грязная, этого. Да, конечно, да, вот даже таких мелочей, поэтому... Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, просто говоря о дизельном, я сам фанатик дизелей, так сказать, очень люблю этот продукт. Надо в первую очередь быть уверенным в том, что вы заливаете. Потому что если вам сказали, что все переваривается и так далее, с точностью, но наоборот. К сожалению, это наоборот. Аппаратура сегодня все более и более нечувствительна к качеству топлива. Вот. Спасибо. Спасибо. Вот. Значит, звоните, мы еще в прямом эфире, у нас еще 20 минут впереди, поэтому сумеем ответить на ваши вопросы. Телефоны на ваших экранах. Мы сегодня говорим об автосервисе, обслуживании ваших автомобилей. У нас в гостях консультант, эксперт, независимый эксперт Владимир Дукельский. Володь, значит, вот уже была затронута тема отечественных автомобилей, обслуживания отечественных автомобилей. Значит, опять же, если ты вот уже, ты давно не бывал, видимо, в системе там АвтоВАЗ техобслуживания. Я вообще ни разу не был. А, вообще. Ну вот посмотри картинку, на самом деле, что там происходит. Между прочим, это вот сейчас. Это вот снято буквально в прошлом году. И мы просто переносимся как бы лет на, так сказать, 20-30 назад. Вот на самом деле, владельцу отечественного автомобиля, что бы ты посоветовал? С упорством вот достойным там лучшего применения все равно идти и биться головой, значит, вот в эти вот железные ворота, вот таких вот обломков как бы империи, да, либо все-таки пользоваться услугами частных мастеров? Я бы хотел сказать первое, что я
к сожалению, не могу сказать, что являюсь там очень хорошим знатоком системы советского автосервиса. Хотя, по большому счету, нет никакой разницы между советским или несоветским. Если дилер хочет продавать автомобили и хочет зарабатывать деньги на техническом обслуживании, он должен делать все то же, что делает дилер любой марки, там, от Rolls-Royce и, да, так, грубо говоря, Deo. Принципы базовые одни и те же. Это без разницы, какой у тебя продукт. Другой вопрос, что, к счастью, или, там, будем так говорить, может быть, несчастью для дилеров авторизированных, продукт российский, он достаточно простой. Будем так говорить, его эксплуатируют и ремонтируют уже очень-очень-очень многие. И особенно простые операции делаются закрытыми глазами в любом гараже, вплоть до того, что есть вариант, называется «сделай сам». Сам, да. Вот. Единственная проблема, опять же, к сожалению, никто не знает качество тех деталей, которые мы покупаем уже сегодня на каждом углу. Раньше это был дефицит, то сегодня это тема. Вот про детали сейчас у нас отдельный разговор. Вот, но возвращаясь просто к нашему разговору. Принцип один простой. Если... то, что мы называем как привязанных к дилеру, то бишь гарантия, которая в какой-то степени привязывает дилера, она не выполняется или она там каким-то образом пытается быть растворена дилером, говорит, что это не гарантия, и это отказ от гарантии происходит. В этой ситуации вполне натурален уход, что мне плевать на вашу гарантию, я лучше буду обслуживать машину А сам, потому что я это сделаю лучше, чем вы, Б, у меня найдутся люди, которые это сделают лучше, чем вы. И вот так, к сожалению, и происходит. Поэтому, кстати, вот это факт жизни. Потому что стоимость запасных частей к импортным автомобилям, так сказать, их сложность зачастую вот, компенсирует то негативное качество обслуживания, которое иногда тоже бывает на сегодня. Поэтому там дилеры все-таки так выполняют более такую жесткую роль, потому что, так сказать, их отремонтируют. Ну да, здесь более. Как бы, да, детали согласен. На каждом углу, стоимость никакая, якобы, хотя это, в общем-то, стоимость эксплуатации «Лады» зачастую более дорогая, чем стоимость... Человек, который покупает «Ладу», он покупает «Ладу» отнюдь не на, так сказать, там, какие-то смешные деньги случайные. Человек копит на эту машину, как правило. Так они уже стоят сегодня дороже, чем иномарки. Ну да. У нас звонок, Володь. Здравствуйте, откуда вы и как вас зовут? Алло. Здравствуйте. Откуда вы и как вас зовут? Здравствуйте. Я Алексей из Москвы. Очень приятно, Алексей. У меня такая история. Я разбил машину Focus 1 и обратился в New York Motors. Она была застрахована. И в итоге получилось так, что половина там была морда разбита у машины. И некоторые детали вообще не поменяли, хотя вписали их в список. Вот, в итоге я подъехал где-то через пару месяцев, ну там прям видно механические повреждения на этих деталях. Причем детали не дешевые, там что-то от... ну не дешевые детали, одним словом. Понятно. Вот, и ну я даже не ожидал такого, я бы все мог понять, что это, когда это в гараже происходит, но никак не у официального дилера. А в итоге это был первый фокус. Вот год назад купил второй, и, в общем-то, ну, такая же проблема. По всем сервисам как бы мотаешься, люди, да, говорят, сейчас мы посмотрим, все сделаем. Потек вот от бачка шланг гидроусилителя. В итоге люди 3 часа, я приехал в официальный дилер на Варшавку, и 3 часа ждал ее, сказали, давайте, времени мало, это самое, приезжайте еще раз. Я просто сам взял, поменял хомутик, ничего не течет, вот и все. Пункт номер один. Сеть перегружена, это во-первых. Во-вторых, нашему, так сказать, зрителю могу посоветовать только одно. Значит, если у него ситуация, когда он уверен, что это обман, это есть независимая экспертиза, суд и так далее. Вот. И как минимум, так сказать, вот обращение просто к дилеру, там конкретно к следующему лицу. То есть сервис-менеджер, директор предприятия, то есть вот, пройти этот путь нормальным образом. Вот. Второй момент, который есть у большинства производителей, в том числе у Форда, в сервисной книжке стоит номер телефона службы, которая в представительстве занимается обслуживанием клиентов и так далее. Вот. Они, в частности, занимаются этим вопросом. Но в любом случае, первым вопросом это сервис-менеджер, директор станции. Если эти этапы там не помогли и, соответственно, есть отказ, тогда, так сказать, вот представительство и юридический путь. К сожалению, это факт жизни. Ну, мне не совсем этично комментировать. Я работал в этой системе, знаю всех дилеров, этих, которые, так сказать, вот, владелец машин называют. Просто я предпочел бы, так сказать, не комментировать в этом направлении персонально. Что знаю людей, знаю, так сказать, все это хозяйство. Понятно. Вот, вот мы начали говорить про детали. Вот зачастую ситуации, которые можно услышать на куче дилерских станций,
когда сталкиваются мастер, приемщик или там человек, который оформляет заказ, наряд, да, и человек, который мало-мальски в курсе того, что сколько стоит. Да, вот человек говорит, вот там, вам надо менять вот то-то, это будет стоить 200 тугриков, там, тенге, да, он говорит, ребят, да вы что, вы с ума сошли? Я это один раз менял уже, это стоило 80. Говорит, у вас не оригинальная запчасть, а мы вам поставим оригинальную. Как быть в этой ситуации? Ну, давай поговорим, так сказать, об этом. Ведь, более... Извини, да, мы понимаем, да, что иногда оригинальная запчасть отличается и зачастую от неоригинальной просто другой надписью на ней. Ну, я бы не упрощал настолько, но тем не менее. Угу. Ну, по порядку, давайте попробуем, да. Так сказать, вот очень кратко, там, потому что времени много, там, да. Понять, что такое оригинал. Ну, мы оригинал. Еще можем следующий эфир ее как бы перенести. Очень быстро, там, допустим, да, так, да. Вот что касается цен, да, один и тот же продукт, какой-нибудь салат, да, в разного типа ресторанах стоит, может быть, так сказать, вот разница там в 10 раз да, состоит. Безусловно. Первое, так сказать, вот зависит от того, где ты, так сказать, кушаешь, что ты делаешь, что ты получаешь за этот салат, помимо всего прочего. Но если говорить о оригинальных и неоригинальных деталях, там самая глобальная разница вот в чем состоит. По наружным, так сказать, абресам, ну, там, допустим, такая характерная деталь, как колодки тормозные, допустим. Вот. В чем отличие может быть? Первое, в качестве материала самого по себе. Даже один и тот же производитель, грубо говоря, если там, скажем, там, какой-нибудь Лукас Гирлинг делает там тормозные колодки, да, неважно, да. Вот, делает колодки тормозные для конвейера и для своей вторичной линии, допустим, как таковой, то они, в принципе, могут отличаться. Вот, потому что качество материала для первичной поставки, оно может отличаться. Причем как в ту, так и в другую сторону. Такое тоже бывает, к сожалению. Вот точно так же шины, которые внешне выглядят вот абсолютно идентично, первую поставку могут отличаться там, как туда, так и обратно. Вот. И ряд других позиций, так сказать. Но производитель несет гарантию за свои детали, и он ее жестко выполняет. Единственное тоже, когда мы говорим о быстрых деталях, помните о том, что на быстрые детали, за исключением патологических случаев, гарантия не распространяется. Грубо говоря, допустим, там, когда мы говорим о таких вещах, которые вообще одинаково выглядят, как масляный фильтр, например. Да, да. Это качество фильтрующего материала, это наличие клапанов или их отсутствие, наличие двух клапанов и так далее. То есть то, что может привести. Потому что ну, чудес не бывает в этой жизни. Вот, если что-то стоит очень дешево, то, как правило, есть на то причина. То бишь, что-то там может быть и не так. Но, естественно, детали, которые сделаны для данного конкретного автомобиля, несут на себе печать производителя, зачастую стоят несколько дороже, поскольку все-таки это гарантийная деталь, которая там потом имеешь гарантию точно так же, как на все автомобили. То есть это гарантия на оригинальную запасную часть. Мы об этом говорили уже. Да, я понимаю. Да, то есть была уже передача. Да, такая. Да, конечно, конечно. Но все-таки, приезжая на сервис, человек имеет право привезти с собой детали, если мы говорим не о гарантийной машине, да, вот мы сейчас говорим не о гарантийный случай. Вот там, не знаю, у человека там Мерседес, он приехал на фирменный мерседесский сервис и привез с собой детали. Вот я в Финляндии купил. Поставьте мне это, пожалуйста. Имеет он право как бы получить отказ или нет? Или ему отказать не могут в этом? Он имеет право предложить это, а станция имеет право согласиться или нет. И, как ни странно, вот я могу сказать по этому поводу свою точку зрения, что я зачастую рекомендую дилерам ставить только те детали, которые у них есть на складе. Потому что очень много случаев существует, когда деталь имеет дефект, и потом возникают проблемы, и очень трудно разобраться, кто виноват, кто прав, кто виноват. Поэтому в этой ситуации, будем так говорить, вот, принципиально, ну, простой пример, там, человек привез с собой рулевую рейку, якобы оригинальную, ее начали ставить на станции, выяснилось, что там сорвана резьба. Кто сорвал? Вопрос, кто сорвал, кто виноват? Ну, станция считает, что резьба была прослаблена изначально, что ее сорвали уже где-то, в другом месте и так далее, и так далее. Это была хорошая станция в Екатеринбурге, условно говоря, люди просто-напросто, дилер попал, там, грубо говоря, на $1000. То есть они поехали, купили новую рейку, и для того, чтобы сохранить свое имя, они оставили ее у клиента. Но принципиально вывод очень простой. Если ты ставишь свою деталь, у тебя на нее есть гарантия производителя, если что-то случилось, ты ее во всяком случае вернешь производителю. В этой ситуации, будем так говорить, можно было очень сильно поругаться с клиентом, допустим, испортить с ним отношения. Они ее оставили, так сказать, вот как бы на свои потери. Но я думаю, что урок был один раз быстро изучен, и больше они таких вещей делать не будут. Вот. Это не совсем нормально, потому что если я что-то ставлю, должен быть оригинальная эта так называемая деталь, то есть с клеймом производителя, или это задача от там, производителя для вторичного рынка, это без разницы. Я, как станция, должен отвечать за свой продукт.
Угу. Вот, а вот в связи с этим, значит, на вот, как бы в советской системе автосервиса и на советских вообще автотранспортных предприятиях в ремзонах было принято переставлять детали с машины на машину. Вот грешно, у меня была «Волга», это был 89-90 год, да, в 91-м я ее продал. Я обслуживался на одном автотранспортном предприятии, вот рядом стояли абсолютно новые с пломбами «Волги». И вот мне, мою машину ремонтировали так, снимали с тех машин детали, я об этом потом узнал на самом деле, оказывается, и ставили мне. А то, что стояло у меня, ставили туда. Ну, как бы она казенная, все равно ничья, да, народная. Значит, вопрос, практикуется ли эта ситуация сейчас, известны ли тебе такие случаи? Это первое. И второе, когда тебе честный, вроде как, человек дает детали, говорит, вот, старик, это с твоей машины снято, мы поменяли, вот тебе она, да? Если у тебя была разбита фара, ты знаешь, что у тебя была разбита фара. Если у тебя был изношен подшипник, ты этого не знаешь. И насколько он у тебя был изношен? Насколько у тебя были изношены... Я, например, не знаю, насколько у меня изношены тормозные колодки. Там 3 миллиметра осталось или 5 миллиметров осталось. Мои ли это колодки мне отдают? Андрей, первый вопрос. Да, ты никогда об этом не узнаешь. Это первая позиция. Я с тобой абсолютно согласен. Но в любом случае, ну, за исключением тех деталей, которые грязные, типа фильтр масляный, допустим, который, так сказать, в любом случае, наверное, не имеет смысла забирать. Имеет смысл. И более того, нормальный дилер всегда объяснит, вот и покажет человеку там и отдаст ему эти детали. Ну, если вы не хотите их брать, это ваш вопрос. Принципиально нормальная позиция. Возьмите эти детали, доедьте до ближайшей помойки, отправьте их туда, если вы там не хотите с ними что-то еще делать, там, ну, держать их для коллекции. Вот. В принципе, как правило, на официальных станциях это, этим не балуются. Это не политика. Но не исключено, что есть, так сказать, нечестные люди где-то и как-то, но они точно так же могут быть и на неофициальных станциях. Если человек вор, то это, как говорится, навсегда. Вот если он умер, то это надолго, а вот если он вор, то это навсегда. Понятно. Вот. Поэтому станции обычно, насколько я знаю, борются с этим, как только узнают, людей просто увольняют. Это не политика. Это абсолютно точно. Потому что люди все-таки, так сказать, ну, немножко в другой жизни сейчас живут. За это можно и франшизы лишиться, то бишь, так сказать, дилерство. Ну, понятно. А это, так сказать, очень дорого будет стоить. Потому что помещение, которое инвестиция и так далее, там ты больше ничего не получишь. Скажи, пожалуйста, есть ли некая организация, некая ассоциация, не знаю, дилеров, ну, есть ассоциация автомобильных дилеров, да? Вот, есть, правда. Занимаются ли они целенаправленно оценкой деятельности своих сервисов? Вот я к чему говорю, да? Вот, например, поскольку мы уже тему Англии сегодня затрагивали неоднократно, вот, например, Национальный потребительский совет Великобритании направил дилерам суперпретензию, так называемую, в которой изложены жалобы потребителей на сервисы, да, вот на сервис обслуживания за минувший год. Так вот, руководство дилерских организаций обвиняется в бездействии, отсутствии заинтересованности, проблемами автовладельцев и так далее, и так далее. И у них отбирают лицензии, в свою очередь. Но даже посчитан ущерб, который понесли владельцы автомобилей, прямо или косвенно, из-за вот этого бездействия или неправильных действий сервисных станций. И он оценивается в 4 миллиона фунтов в год. Всего лишь. А? Всего лишь. Всего лишь? Ты считаешь, что это мало, да? Вот на круг. Вот. Я считаю, что это очень маленькая сумма в сравнении с их рынком. Андрей, еще раз повторяю, к сожалению, апеллировать можно, так сказать, наверное, в этом этапе, поскольку у нас нет подобного рода организации, насколько я вот понимаю. И РАД, он не является такого плана организации. РАД вообще, по большому счету, вот насколько я правильно понимаю уставы этой организации, да простят меня, так сказать, если я, может быть, так сказать, что-то не понимаю. Это организация, которая, в первую очередь, создана для того, чтобы защищать интересы дилеров от обратного. А вот кто защищает, кроме, так сказать, вот этого общества защиты прав потребителей? Они занимаются стиральными порошками, сервисами, морскими свинками, там, всем чем угодно, да? В первую очередь, если есть проблемы подобного рода, то есть представительство компаний. То есть в первую очередь человеку нужно обращаться. Вот, ну, я просто есть информация для вас, дорогие друзья, если что-то такое, то вам нужно знать телефон горячей линии собственной компании, то есть той компании, чья машина у вас, да? И смешно, интересно, кстати, вот этих людей защищать потребителя в следующем, потому что если есть претензии к качеству, то суд может воспринять иск не только против дилера, но, а собственно, и против представителя производителя или того, кто импортировал автомобиль напрямую, минуя дилера. Или против производителя, как в случае с вот многими, так сказать. Сегодня ведь у нас уже очень многие, так сказать, иностранные компании, они являются здесь производителями автомобилей. И еще очень многие станут. Поэтому в их прямых интересах, чтобы, так сказать, обслуживали потребителей на достойном уровне, дабы не было прецедентов, когда там, условно говоря, против потребителя
извините, производителя А или производителя Б, там есть иск напрямую, так сказать, на завод или напрямую, так сказать, на представительство, которое импортировало эту машину. Угу. И дорогие, такие варианты тоже могут быть. Дорогие друзья, у нас осталось 5 минут еще в эфире. Вы можете нам успеть позвонить. Мы хотя бы еще один звонок можем принять, еще одну ситуацию рассмотреть. Владимир Дукельский, независимый эксперт. Мы говорим сегодня об автосервисах. Как обычно говорим с Володей, об обслуживании автомобиля. Так сказать, и сегодняшние наши проблемы — это разные типы сервисов, нормы, часы. Какие проблемы могут возникнуть у владельца? Как обеспечить себе... как правильно выбрать сервис и как обеспечить доверие к себе внутри, к этому сервису. Поэтому мы же еще можем принять один звонок, рассмотреть еще одну ситуацию. А пока мы еще один тип сервисов не рассмотрели с тобой. Это так называемые независимые ни от кого серые сервисы. Да, вот у нас тоже есть некая картинка там, ну, условно, да, это вот ситуация, которая встречается везде и всегда. Вот недавно совсем еду по, так сказать, в Москве по улице, и стоит Стелла, на которой значок BMW и Opel вместе. Вот люди ремонтируют BMW и Opel. Вот скажи, пожалуйста, если так, ну, опять же, я понимаю реакцию официального лица, да, на такую... У меня уже неофициальное лицо. Вот, поэтому, да, поскольку ты неофициальное лицо. Вот скажи, пожалуйста, есть ли некий положительный момент наличия таких сервисов? Безусловно. Конкуренция, еще раз повторяю, о чем я говорю, это всегда положительный момент. Абсолютно всегда. И я абсолютно уверен в том, что очень многие из этих так называемых, так сказать, неавторизированных, но тем не менее этих станций, они имеют достаточно высокий уровень профессионализма в ремонте той или иной марки. Потому что уже это не сегодня, как я, Вася Пупкин, ремонтирую от скуки на все руки, меняю фильтры. Люди, ну, иногда нарушая, так сказать, права собственности на торговые марки, размещают BMW, Mercedes, но они специализируются в этом. Нет, это их кусок хлеба. Положительное в этом следующее. Угу. Если я, как клиент, условно, недоволен официальным сервисом, а в свою очередь доволен профессиональным сервисом, который мне предоставляют там, замечательно. Смотри, так сказать, Ильфа и Петрова, опять же, там, угу, протяните ноги. Угу. Соответственно, официальный дилер должен будет конкурировать с ними. Почему? Потому что первые два года, пока клиент привязан якобы гарантией, это одна тема. Но самая интересная машина становится после окончания гарантии. Конечно, она и разваливаться, да, начинает, да, именно в это время. Да, да, да. Поэтому вот борьба за клиента в этой ситуации, она должна быть. Более того, я надеюсь, что рано или поздно вот эти дефицитные ситуации с сервисами, то, что произошло в Европе, то, что происходит в Англии, то, что происходит везде в мире, где есть альтернативы. В Америке, кстати, люди даже в гарантийный период меняют масло и фильтры на станциях. Потому, ну, что в гаражах, то, что у них называется. Ну, да? Ну, да, это, да, там, да, сети быстрого обслуживания, да, да, и так, да, далее. Угу. Более того, там все основные работы делают. Если машина надежная, то, как правило, так сказать, там больше ничего и не нужно делать. Угу. По той простой причине, что если что-то и случится, то надо будет очень хорошо доказывать, что дефект там двигателя возник из-за масла или фильтра, который был поставлен на эту машину, а не просто потому, что кто-то не закрутил гайку шатуна, допустим. Угу. Или что-то еще. Или кольца поставил по-другому, не так, как это должно было бы сделать. То есть там защита прав потребителя на высочайшем уровне находится. Вот. А каким образом, я просто возвращаюсь к этой теме, меня, честно говоря, заинтересовало, я думал вот у тебя спросить. Как возникают такие странные альянсы, вот в одном сервисе обслуживаются BMW и Opel? Нет, как раз не странный альянс, так сказать. Просто-напросто у людей, так сказать, была компетенция, так сказать, вот, и запчасти из одного источника везут. А, вот в чем дело. То есть, Андрей, 90%, канал, да? 90% проблем, связанных с обслуживанием машины, связаны с тем, что не было нужной запчасти в нужное время, в нужное месте. Угу. У тебя есть канал на эти, угу, запчасти, так сказать, по хорошей цене, быстро, красиво. Соответственно, так сказать, ты можешь элементарно уже начинать этим делать. Потому что первичный бизнес, так сказать, это не только работа, это запчасти. Второй момент, есть, вероятно, источник технической компетенции. То есть есть друзья-дилеры, которые там продали там гарантийное обслуживание, продали, не гарантийное обслуживание, вернее, продали тестеры, продали литературу. То есть ты, угу, специализируешься на немецких машинах. В этом плане проще. А как часто бывает так, что люди, которые работали в официальных дилерских станциях, организуют сами вот такие сервисы и используют свой опыт, знания для того, чтобы продвигать себя уже как персоналию и свой бизнес, собственно? Андрей, у меня нет статистики, но это точно так же, как в любом бизнесе. Допустим, угу, люди рано или поздно там пытаются стать частными предпринимателями. Несколько случаев знаю таких, но вот опять же повторяю, так сказать, вот, все зависит от того, насколько люди в неофициальных там создают условия для механиков, для инженеров. Ну, понятно, да, понятно. То есть это основа предпринимательства в любом случае.
Зачастую бывают такие ситуации. Ясно. Ну что ж, некий анализ рынка техобслуживания мы сегодня получили, некоторые ситуации рассмотрели. У нас был в гостях Владимир Дукельский. Надеемся увидеть Володю уже после Нового года, но обязательно у нас он будет и в следующем году вместе Спасибо. С нами, да, и вместе с вами будет, так сказать, решать, пытаться решить и ваши проблемы тоже в прямом эфире. С Владимиром мы говорим о техобслуживании, о всем, что с этим связано. Итак, Владимир Дукельский у нас в эфире был, а на следующей неделе мы ждем юриста Александра Воробьева, который тоже будет с вами разговаривать о проблемах страхования. Так что оставайтесь с нами. Программа «Попутчик», канал «Автоплюс». Счастливо!